Все готово к началу матча. Уже разогревается публика, талисман на площадке. И давайте я вам расскажу, где находятся участники сегодняшней встречи в турнирной таблице. Точным первым пасом. Фролов умеет укрывать шайбу корпусом. Не хватает ему остроты в нынешнем сезоне, но навыки игры у бортов остаются. И точная передача на пятачок. Калинин открывает счет в матче. Сработало большинство. А Калюжный начал атаку пасом на Фролова. Тот не стал медлить. Перевод на пятачок. И мгновенное завершение. Преступление, я имею в виду фол Тернавского, и наказание в виде гола в большинстве. Три с половиной минуты до завершения периода, и неожиданно шайба влетела в ворота Алексея Кузнецова. Подхватил он эстафетную палочку у Карри-Рамо. Авангард, независимо от того, кто находится в раме, запускает вот такие вот нелепые голы. С другой стороны, нелепые. Давайте посмотрим. Хорошее подправление Боброва. Нелепая она может быть потому, что оставили форварда гостей на пятачке. Не способствует обретению веры в себя, и что для обретения вот этой самой веры нужно ему вернуться в национальную сборную. Это случилось, и гол! Атлант выходит вперед в Омске, и не зря я расхваливал вот этого самого персонажа, который несколькими секундами ранее был на вашем экране. Николай Жердев, умница. Рыбаков находился за воротами, сделал точную передачу, и Жердевский стиль посылает шайбу в девятку ворот Кузнецова. А Мусатов начал эту голевую акцию. Никак не могут хозяева вывести шайбу на чистый лед, никак не могут бросить. И вот момент у Калюжного, не дали добить ему шайбу в ворота. Достаточно времени у хозяев. Чудо спасает сейчас гостей. Давайте посмотрим. Семин. Если бы чуть повыше поднял. Автомат Калашникова заржавел. И шайба побывала в воротах Атланта. Пережогин постарался на пятачке. В падении удачно сыграл Пережогин. Вот с этого ракурса, наверное, мы получше рассмотрим этот эпизод. Червенко тоже помог. 2-2. Бурные продолжительные аплодисменты. Вывел ее на чистый лед. Подбит клюшка. Но, тем не менее, атака авангарда продолжается. Бросок школы. Подправление, добивание. И гол! Червенко! 22-й гол в нынешнем сезоне чешского Голиадора. Догоняет он Радулова в списке лучших снайперов сезона. 3-2. Отбивает шайбу Барулин. Рикошет. И Червенко подсветился на пятачке. Низкого не сумел помешать 10-му номеру Амичей, который уязвил полупустые ворота. Да, Барулин в них прыгал, пытался помешать сопернику, но не сумел. Голкипер национальной сборной. И свою команду вперед. Полминуты на спасение. Шайба пролетает мимо ворот. После поражения добыта виктория.
Алексей Кузнецов отмечает сегодня день рождения Победы. Не так уж много было у него работ.